В Кашхабском районе продолжаются рейды мобильных групп, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. На прошлой неделе мобильная группа в составе работников администрации района и сельских поселений, представителей Росгвардии и межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский провела очередной рейд. Цель – выяснить, как соблюдаются действующие на данный момент ограничения и рекомендации Роспотребнадзора. В частности, наличие разметки для соблюдения санитарной дистанции, а также дезинфицирующих средств для обработки рук. Кроме того, сотрудникам необходимо находиться на своих рабочих местах в масках. Во всех проверенных торговых объектах проведена разъяснительная работа в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли и объяснены меры ответственности за допущение нарушений. Всего за неделю проверено 282 торговых объекта. Было составлено 12 административных протоколов. Подобные рейды на территории района будут продолжены.